Инициативные, смелые, сумевшие организовать и развить свое дело. Люди, которые трудности превращают в возможности и умеют находить неординарные решения. 2023 год прошел для саровских предпринимателей плодотворно. Одни расширились и добились высокой оценки бизнеса на уровне города и региона. Вторые только нашли свою нишу. В стенах администрации благодарственными письмами наградили лучших предпринимателей. В преддверии Нового года, в преддверии чего-то доброго, я знаю, как много вы делали хорошего под разные задачи. Задач очень много, и их будет только больше. Вот огромное вам спасибо за личное участие каждого. Знаю, безразличных людей в этом зале нет. За этот год Центр поддержки предпринимательства организовал более 80 событий. Среди них конкурс «Лучший предприниматель», юбилейные конференции поставщиков «Вкуснофест», форум «Женщины, меняющие мир», программа для самозанятых «Займись делом», грантовый акселератор «Путь к успеху». Спасибо за доверие, спасибо за то, что сотрудничаете, за то, что коллаборируете, за то, что вместе идете с нами в ногу, за то, что откликаетесь, за то, что растете, развиваетесь, увеличиваете свои зарплаты, увеличиваете отчисления в бюджет. В общем, продолжаем в том же темпе, не избавляйтесь однозначно. На торжественном вечере также чествовали лучших клиентов, самых активных покупателей. Владелица праздничного агентства Вероника Брычкова отмечает, саровские предприниматели всегда могут найти поддержку своих инициатив в пути развития. Спасибо всем, кто поддерживает предпринимателей. Очень ценно, очень полезно. Можно прийти, не постучаться в закрытые двери, а действительно тебе помогут, тебе подскажут, тебе направят куда нужно. Конечно, эта поддержка очень сильно чувствуется. В наступающем году, год дракона, это мой год. Хочу пожелать всем предпринимателям, конечно же, терпения, сил, упорства, никогда не сдаваться, не опускать руки, всегда идти только вперед, но, конечно же, достигать таких высот, чтобы никто их не достал, особенно саровских предпринимателей. Праздничного настроения предпринимателям добавили новогодние викторины с подарками и поздравления Деда Мороза. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».